Друзья, привет! С вами команда Апнея Горький. Сегодня выходим в Баренцево море из бухты Териберской. Будем ловить треску, пойдем в сторону острова Кильдин, собирать ежика, собирать гребешка. В море нас определенно ожидают приключения, небольшая ветренность, погода слегка пасмурная, но я думаю, мы со всем справимся. Будет интересно. Когда наш корабль вышел из бухты, мы поняли, что качка прямо-таки не детская. Сначала все продолжают шутить, но уже примерно через час около половины команды притихло. Ветер до 10 метров в секунду и волны до 2 метров. Вы когда попадали в большие волны? Ну так же шли у вас? Волна большая. Вот прикольно, когда вот он поднимается, пароход, и резко вниз падает. Ну, хуёво тем, что удар очень сильный происходит. Он просто захватывает здесь аж. Ну, куда ты это? Заходить будем или по пятку? Ну, да, на баночку. Идем попробуем. Нравится непогода. Некоторых ребят сильно укачало. Морская болезнь, конечно, штука непредсказуемая. Пытались ловить рыбу, но рыба тоже, видимо, не хотела есть. И клевала совсем плохо. Все сильно промокли и замерзли. Что ты ешь? Ну наконец-то! Мама, хочу домой. Надоел мне эту рыбалку. Уходим? Вот реалии морской рыбалки. Значит, сначала все будет так, как вы думаете, а потом будет так, как обычно. Значит, вот эти шикарные реалии этой рыбалки. 30-40 килограмм, побольше. Вот реальное настроение этой прекрасной рыбалки. Сейчас я еще одного покажу. Для будущего поколения, что такое? Реалии, блядь, рыбалки. Вот там еще один. Ну, подход не я. Вот-вот я скоро тоже начну блевать. Приезжайте в Мурманск! Это блядь холодно! И блядь поплывем вместе в Мурманске! 2100 километров этого стоит, пацаны! Решили зайти в тихую бухту и понырять. Так и сделали. В бухте действительно поспокойнее. И мы там унырялись от души. Ныряли часа два. В ледяной воде в костюме 9 мм нырять на 20-30 метров – это прям совсем не просто физически.
Отсмеявшись, решаем выдвигаться к дому. Там нас ждут горячие баня и ужин. Ну, конечно, посиделки с рассказами об увиденном за этот день.